Всем снова здравствуйте! Рада вас приветствовать на рубрике K-Pop Dance Tutorial, которую мы подготовили совместно с Корейским культурным центром. Очень рада вас здесь видеть, очень приятно, что вы хотите танцевать. И сегодня я хочу вам предложить один из недавних камбэков 80s, а именно танец It's You. Он не настолько популярен, как их основные песни, но обещаю, вам понравится, и песня очень красивая, и танец тоже. Ну что, поехали! Ну что, собственно, сегодня мы попробуем выучить припев. Первое, с чего начинается, первый шаг. Вы запрыгиваете на перекрест ногами, левая нога спереди. В этот момент вы делаете вид, что вы правой рукой себя по голове ударяете, и голова от этого опускается немного вниз. Левая рука находится с левой стороны, сбоку. Вы впрыгиваете одновременно, ударяя рукой и впрыгивая ногами. После этого вы забираете левой рукой правую руку со стороны и переносите справа налево. Вместе с этим у вас вылетает правая нога и идет по той же траектории. И вы перенаступаете левая, когда становится левая нога, у вас приходят руки сюда и опускаются вниз. То есть вы впрыгнули, вынесли руки. Когда вы выносите руки, корпус немного отклоняется в левую сторону от рук. Вместе с этим вылетает правая нога. Вы перенаступаете, в этот момент руки находятся где-то посередине, и в тот момент, когда наступает левая нога, вы опускаете руки сверху вниз. После этого, переступ ногами, вы впрыгиваете так, что у вас правая нога стоит на пятке, левая нога стоит на носке, и вам нужно повернуть их в правую сторону. Вот в том положении, в котором они находятся, одна на пятке, другая на носке, вы поворачиваете их слева направо. И в тот момент, когда вы это делаете, когда вы впрыгиваете, у вас левая рука приходит к правому плечу, и когда вы поворачиваетесь, она уходит ровно в противоположную сторону. То есть вы вынесли, перенаступили вместе с левой ногой, опустили руки вниз, прыгнули так, что у вас одна на пятке, другая на носке, принесли руку, развернулись. После этого вы возвращаетесь обратно двумя шагами. Мы ушли немного влево, вы возвращаетесь обратно. И замахиваетесь правой рукой с кулаком и правую ногу сгибаете. Левая рука опять находится в воздухе. И здесь у вас будет движение, которое одновременно вы и рукой проворачиваете, делая полкруга в левую сторону, и ногой в это время ударяете туда-назад. Получается, вместе делаете движение. После этого вы выкидываете правую руку, которая кладется на левую вместе с пальцем, и в этот же момент у вас выкидывается правая нога вперед. После этого вы запрыгиваете так, что правая нога наоборот сзади, левая спереди, а руки приносите к грудной клетке, и у вас будет по очереди движение, что вы вначале их принесли, и у вас диагональ немного направлена в левую сторону. Потом поменяли диагональ и поменяли ноги. После чего вы распрыгиваетесь, и у вас руки пойдут в разные стороны, и ноги в разные стороны. То есть всего у вас движение будет. Вы выкидываете руку, кладя ее налево вместе с правой ногой. Запрыгиваете, приносите руки, и вы немного направлены в левую сторону, наклонены. Меняете на правую сторону и меняете ноги. После этого одновременно и руками, и ногами распрыгиваетесь. Тут будет два движения, в котором вы вначале через замах в разные стороны положите одну руку, опять же, с пальцем правую на левую, а потом через замах две руки с пальцами вниз. И в тот момент, когда вы это делаете, сильно работает правая нога, делая замах в правую сторону, возвращаясь обратно. Но вместе с этим работает и корпус, и таз,
замахиваясь в правую сторону, возвращаясь обратно, замахиваясь в правую сторону, возвращаясь обратно. И получается раз движение и два движения с двумя руками. После чего они расходятся в разные стороны, но мы все будем делать примерно за центрального человека, поэтому уходить либо вперед, либо назад. И, собственно, здесь вы просто, допустим, мы договоримся, что к правой ноге уходите назад вместе с руками. После того, как мы отошли назад, вы снова расходитесь на две широкие ноги и двумя пальцами показываете вперед. И от этого, от того, как вы покажете пальцами, у вас пойдет волна сверху вниз. С головы, с грудной клетки, прямо до низа. И вы опускаетесь вниз, и в этот момент замахиваетесь, приносите руку на ногу, замахиваетесь вовнутрь ногами, и у вас тут будет два движения в одну сторону и одно такое же движение зеркально в другую. В чем суть движения? Ногами вы делаете изнутри наружу, а в этот момент верх корпуса делает волну восьмерку, то есть вы замахиваетесь одним плечом, и через грудную клетку проходя, выходит другое плечо. Вам нужно, когда вы будете с правой стороны, чтобы у вас выходило левое плечо вверх, когда вы будете с левой стороны правое. То есть мы пришли сюда, вы делаете это через левое плечо, левая рука зависает в воздухе в этот момент. Будет раз, два. Потом вы меняете сторону, и будет еще одно движение сюда. И то, куда направлена голова, тоже в зависимости от того, за кого он хочет танцевать. Там есть версии, когда человек смотрит в правую сторону, когда делает вправо, а потом в левую. Есть, наоборот, в противоположную, можно смотреть прямо, можете смотреть на себя и понимать, как вам больше нравится, как выглядит это движение. То есть мы делаем волну, опускаемся вниз, замахиваемся, делаем раз, через восьмерку два, переходим на другую сторону, делаем три. После этого, через небольшой замах вверх, мы сгибаемся вовнутрь, то есть вы замахиваетесь вверх, распрямляя грудную клетку, а потом ее сжимаете вовнутрь. И в этот момент у вас руки приходят так, что левая сверху, правая снизу, и через замах вы делаете то же самое в другую сторону. То есть мы были здесь. Вы выпрямляетесь, замахиваетесь, делаете удар вовнутрь с левой рукой сверху, потом то же самое в другую сторону с правой рукой сверху. После этого вы подходите к правой ноге, и тут как рычагом, пружиной такой, делаете движение. У вас эта нога полусогнутая, и вы ударяете руками параллельно полу, и от того, как вы ударите, сразу же возвращаетесь обратно. То есть вы пришли, сделали движение, сразу же выросли обратно. Руки идут вверх, вы идете вниз. После этого вы выносите левую ногу и правую руку для того, чтобы на двойной бит два раза наступить. И в этот момент вас два раза просто немного трясет. После этого у них опять переход, и мы опять пойдем назад, но вы можете тоже выбирать в зависимости от того, за кого вы танцуете, в какую сторону ходить. И в тот момент, когда мы отходим, правая рука у вас проходит слева направо за головой, левая рука опять выходит в сторону. И это одновременно с шагом вы отходите в этот момент. После этого начинается вторая часть припева, поэтому давайте сейчас соединим вместе первую. Итак, с первого движения. Вы выпрыгиваете, ударяете по голове, ноги наперекрест, левая нога спереди. Выносите ногу, перенаступаете вместе с левой ногой, опускаете руки. Прыгиваете так, что одна нога на носке, другая на пятке, разворачиваетесь. Возвращаетесь двумя шагами обратно, замахиваетесь правой рукой, правой ногой, делаете полукруг, выкидываете эту же ногу вместе с рукой вперед, правой. Перепрыгиваете, переносите руки в левую диагональ, затем в правую, меняете ноги. Распрыгиваетесь, замахиваетесь в правую сторону. Одна рука выходит вперед, опять замахиваетесь, две руки выходят вперед. Уезжаете в какую-то из сторон, мы уезжаем назад. После этого опять расходитесь ногами, делаете волну вместе с руками сверху вниз. Рука приходит на ногу, левая в воздухе. Делаете раз волну, два волну. Переходите в левую сторону еще раз. И во время этих волн вы находитесь чуть-чуть назад от того, как просто ровно сидеть. То есть это не сюда делается, а вы немного наклонены назад. Это раз, два, три.
три через замах левая сверху, через замах правая сверху. Приходите к правой ноге, делаете рычаг, зависаете в воздухе, делаете двойное движение и вместе с шагом и с руками выезжаете назад. Давайте попробуем отдельно эту часть медленно и затем быстрее, потом и вторую. Ну что, как ваши успехи? Этот танец действительно быстрый, но если вы будете репетировать, у вас обязательно получится. И когда вы привыкнете к движению, вам будет очень приятно это танцевать, потому что он правда классный. И еще одна маленькая часть припева. После того, как мы доделали эти движения, будут шаги, которые вместе с руками двигаются в одну и ту же сторону. Вы будете наступать на правую ногу, перенося туда немного вес, и вместе с этим шагом ваши обе руки кистями идут в ту же сторону. То есть мы наступаем на правую ногу, а потом через перенаступание возвращаем ее же обратно. Сами шаги у вас будут 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Два раза мы далеко наступаем, потом практически на месте. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Вместе с этим, с правой ногой, руки идут в правую сторону, возвращаются обратно. В правую сторону, возвращаются обратно. А потом у вас руки через круг ударяют в правую сторону. То есть отсюда вы их несете, делаете целый круг по часовой стрелке и ударяете в правую сторону. Мы раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, пять. После чего вам нужно прыгнуть практически на месте того, как вы стоите, на левую ногу, а правая нога у вас вылетает в правую сторону и потом просто к вам будет ехать по полу. В тот момент, когда вы выпрыгиваете, обе ваши руки расходятся в разные стороны. И вы присаживаетесь на левую ногу, сгибая ее в колени. И в этот момент вы делаете раз, два, три головой, то есть у вас шея расслабляется, дает голове и право, лево, право. Раз, два, три. После этого вы впрыгиваете на правую ногу. Левая нога у вас вылетает по диагонали в правую сторону. В этот момент у вас левая рука открыта ладонью вперед. Потом вы меняете ногу, и ладонь переворачивается на тыльную сторону. Будет раз и два. Еще раз давайте выпрыгиваете, на правую ногу вылетает левая, и рука, и нога, меняете ногу, переворачиваете руку. После чего мы разворачиваемся через левую сторону спиной. И после того, как вы развернете спиной, у вас там будет перенаступание. Давайте пока покажу лицом то, что будет происходить спиной. После того, как вы развернете, у вас будет перенаступ правая, левая нога. И затем поворот головы с правой стороны налево опять через шею. То есть не просто повернуть, а вы немного выдвигаете голову вперед и проводите справа налево. Это все будет спиной. Вы перенаступаете право-лево, поворачиваете голову. И затем будет одно движение очень быстрое, когда вы просто носками поднимаете только колени ног. Не все тело, не что-то еще, чисто колени. И затем обратно мы поворачиваемся через левое плечо. Теперь спиной. То есть мы сделали раз, перенаступили, перевернули руку два, повернули спиной, перенаступили правое-левое,
повернули голову, сделали движение и через левую сторону повернулись обратно. Следующее движение, опять же, зависит от того, за кого хотите танцевать. Там их трое, поэтому есть зеркальные стороны, в разные стороны движения. Есть центральный, за кого я, собственно, и покажу. После того, как вы поворачиваетесь, вы показываете на, собственно, там постоянно слова «It's you», вы показываете пальцем в центр и стоите немного полубоком. Показываете туда, после чего у вас будет две полуволны. Вам нужно будет присесть, согнув ноги и отдельно корпусом и руками сильно поделать в разные стороны. Руки у вас выходят плавно, свободно вверх, а в этот момент грудная клетка вместе с частью корпуса делает небольшую волну, как будто вы заныриваете вовнутрь два раза. Мы стояли, сделали движение пальцем, вы присаживаетесь и делаете раз, два. В этот момент ноги тоже немного делают изнутри наружу. Раз, два. После этого возвращаете ногу обратно и делаете вид, как будто вы опускаете шляпу. Часто встречающееся движение в танцах. Чисто сделайте, представьте, что ваш шляп, который вы опустили вниз. И в этом положении будет два движения разными ногами, которые делаются немного скачем. То есть вы впрыгнете вначале на левую ногу, у вас правая выйдет в правую сторону. И вы на два бита немного покачаете. То есть будет раз, два, и потом то же самое, три, четыре с другой стороны. И нога идет немного по небольшому полукругу. То есть будет раз, два, три, четыре. Собственно, это конец припева. Давайте соединим вместе эту последнюю часть и попробуем ее тоже станцевать под музыку. После того, как вы отъехали с рукой, наступаем на правую ногу вместе с руками вправо, обратно влево. Вправо, влево делаете круг руками и вместе с тем, как наступит последняя нога, вы ударяете в правую сторону и убираете руки. После этого с перекрестка спрыгиваете вниз, делаете раз, два, три. Запрыгиваете на правую ногу, вылетает левая вместе с ладонью, меняете ногу, меняете ладонь, поворачиваетесь спиной. Перенаступаете, поворачиваете голову, делаете движение коленями, поворачиваетесь обратно. На ю выставляете палец вперед, замахиваетесь, приседаете, делаете раз, два, возвращаетесь обратно, рука с головой вниз, делаете раз, два, три, четыре. Ну что, давайте попробуем сделать это под музыку. Удачи! Ну что, как ваши успехи? Обязательно пишите в комментариях, насколько это было сложно и получилось ли у вас. Особенно те, кто часто смотрит туториалы, интересно, насколько этот танец был вам сложнее, чем другие. И обязательно пишите, какие еще танцы вы хотели бы выучить, но для новеньких обязательно проверьте, какие танцы уже существуют на канале, потому что их тут очень-очень-очень много, и, возможно, те, что вы хотите, уже давно есть. И обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и приходите вживую танцевать. Спасибо, что вы были здесь. Рада была с вами выучить этот танец. До скорых встреч!